Когда и если этот режим пойдет и война закончится, точнее не если, а когда, то Украина, безусловно, будет экономически поддержана, и она будет восстанавливаться, и там будет все новое строиться, новая инфраструктура с помощью всего мира. А Россия-то так и будет сидеть в жопе с санкциями. Санкции так быстро не снимаются. И восстанавливать Россию никто не будет. Я общаюсь с украинцами, которые понимают, что русские разные. И я как раз представитель тех русских, с которыми можно общаться, которые понимают, что, в общем, у нас есть общая цель — свержение режима, который сейчас есть в России, потому что от него бегут и страдают все. У нас общий враг, нам не нужно объединяться и разъединяться.